В Таджикистане по инициативе Управления по делам женщин и семьи Сагдийской области образована 21 рабочая группа. Ее членам предстоит убедить жительниц Худжанда не носить якобы чуждую таджикскую одежду – хиджаб. В рабочую группу вошли представители сфер образования, здравоохранения, религии, молодежных организаций, активистки женского движения, милиции и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана. Глава Сагдийского управления по делам женщин и семьи Надира Мирзозода поставила перед рабочими группами задачу усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда под предлогом того, что они якобы являются чужеродным явлением для народа Таджикистана. Члены рабочих групп посетят все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города. Примечательно, что хиджаб является единственной формой одежды женщин этого народа уже в течение более 1000 лет, и риторика режима Рахмона вызывает недоумение своей наглой и неприкрытой ложью о том, что якобы ислам – чуждая религия для населения региона, а хиджаб – чуждая одежда. Напомним, что это уже далеко не первый шаг, предпринятый режимом Рахмона для отвращения людей от их религии. Причем сила давления, которая оказывается на женщин в северной части Таджикистана, значительно сильнее, чем то, с какой интенсивностью требует снятие хиджаба на юге страны. Наблюдатели отмечают, что различное общественное мнение в этих двух регионах является определяющей причиной данного различия в отношении со стороны режима. А значит, если люди хотят дать отпор секуляристским нападкам властей, они должны дать немедленно отпор любым попыткам раздеть и обесчестить женщин Таджикистана.